love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. Начал уже все зачищать, веточки ушли. Здесь уже даже начал так немного выравнивать граблями. Здесь все куча мусора. Вот это здесь зачистил, вот эту площадку, где будет находиться у нас разгонка. Придется убрать кучу отсюда мусора, потому что смотрите, какой здоровый слой. Здесь годами просто он собирался. Вот все вот это вот, опилки, труха, вот это все вот отсюда вот. Здесь надо будет все поубирать. Какой здоровый слой тут мусора, я офигеваю. Как это все убрать здесь? Ай, куча веток. Вон уже какую кучу нагреб. Вот здесь надо все расчистить. Еще половинка, еще чуть-чуть. На моем пути стал вот этот дряхлый пень, который тут валяется, бревно даже. Сейчас надо его будет убрать. Оно такое мягкое, я его даже пилкой распилю. Но оно настолько толстое, моя пилка мелкая не получается. Сейчас я ее топором раздолблю. Очень много было мусора здесь всего. Вот этот пенек гнилой, который я разбирал лопатой, блин. Короче, это у меня отняло немного времени. Я когда стоял вот там вот перед этими кустами, я не подумал, что типа здесь настолько много работы. Мне немножко заняло времени. Так что, ну, теперь расчистил, все пометил. Даже вот натягивал веревку по высоте до дерева, как оно будет. Все здесь намечал, размечал, смотрел, думал, как оно будет. Разгонка будет стоять перед вот этим деревом. Вот прям к нему впритык, так, чтобы дерево, когда будет шататься, не касалось разгонки, ничего не повалилось. И будет скрывать разгонку вот эти все кусты. Не хотел я расчищать полностью здесь все. Разгонка будет скрытая такая в кустах, ее даже не будет видно. Это и хорошо. Меньше будет ее видно, соседей меньше будет раздражать и... Короче, много плюсов. Так что по бокам здесь вокруг не стал ничего расчищать. Только серединку. Это лучше всего, думаю, будет. Она будет спрятана. Меньше кто будет ее видеть. В общем, кайф. А с верхушки будет видно все. Будет прикольно. И еще надо будет, конечно, здесь вот этот участок расчистить. Так, чтобы можно было увидеть приземление. Потому что я когда вылазил наверх, примерял это все, приземку и вылет не видно. Снизу видно, сверху нет. То есть все закрывается. Это получается, ты съезжаешь в неизвестность. Так что придется перед этим всем вот это вот все прочистить. Ну и во время расчистки территории я столкнулся с небольшой, маленькой такой проблемкой. Не знаю, я когда стоял вот перед теми кустами, я думал, мне здесь места хватит. Но оказалось, здесь вот этой всей длины, ну даже вот сейчас я стою и смотрю, ну блин, здесь дофига, тут метров до 10, 7, ну 8-10 метров здесь. Я думаю, разгонка влезет перед вот этими деревьями. Видите, здесь два дерева. И я думал, она закончится где-то вот здесь, перед этой палкой. И здесь спокойно хватает места, чтобы проехать на вылет. Но
так как разгонка сама будет заканчиваться вот здесь, сейчас я вам это объясню, к чему я веду. То есть разгонка заканчивается вот здесь. Смотрите, какая будет высота огромная. Плюс сам съезд, который вот так будет идти, и он будет где-то заканчиваться вот здесь. Получается, когда мы все будем съезжать рулем между вот этим и вот этим деревом, очень близко будет. То есть огромные хода, и надо вот так вот по центру будет здесь проехать. Деревья эти срубать не хочу. Орех здоровый, красивый, здесь все затемняет, здесь красота. Так само эта здоровая ветка. Не хотелось бы ее убирать. Так вот оно будет. Поэтому будем проезжать мимо них, потому что вот здесь будет где-то еще так вот идти разгонка. Вот примерно вот посюда, наверное. Потому что 11 метров аж будет. Ну, тут можно еще угол выставить. Так что оно меня немножко сбило, не знаю, как оно будет, но надеюсь, все будет норм. Будем проезжать, ну, понятно, сразу, так что 50% людей, которые захотят приехать катнуть, сразу отсеются, потому что кто-то побоится на такой большой скорости, но большая высота, разгонка большая, и на таких ходах съехать между вот этих двух деревьев, ну, впритык там вообще, я не знаю, просто даже мне немножко так не по себе, но оно привыкнется мне, но... новичкам, которые приедут. Но по-другому никак. Я уже пробовал максимально просто отодвинуть назад вот, разгонку. Даже где будет колышек. Я не знаю, как я здесь яму даже выкопаю. Но просто дальше нельзя. Можно было бы дальше сделать. И оно бы заканчивалось перед вот этими деревьями. И тогда было бы все норм. Как есть, будем пробовать делать так. Потому что по-другому это никак не будет. Так что разгонка будет вот так вот между деревьями здесь. Одно радует то, что вот этот орех дальше, а этот ближе сюда. То есть, получается, одно проезжаешь, и оно потом аж дальше сбоку слева будет второй орех. То есть, ну, будет норм, я надеюсь. К сожалению, из-за вот этих двух деревьев разгонку максимально большую, как я хотел, 10 метров не получится сделать. Но я думаю, 10 это, наверное, все-таки дофига. Поэтому решил все-таки максимум, то, что, вернее, не так сказать, максимум то, что сюда можно втащить, и так, чтобы было комфортно здесь проезжать, это 8 метров. Плюс яма перед... приземом, вот это вот метровая, 1 метр и 8 разгонка, итого 9 метров будет. Все, больше здесь выше не втащить, иначе просто будет съезд идти вот сюда и вот, и здесь просто будем черкать рулем об деревья, то есть нереально. То есть 8 метров это максимум, что сюда можно втащить. И я бы хотел, конечно, ее дальше отодвинуть туда, вот, но если ее дальше в кусты пустить, вот эти ветки не дадут выше подняться. Надо опять здоровое дерево резать, поэтому и назад не могу, в сторону не могу, потому что видите, как разгонка стоит, здесь тоже не могу, сюда вот только вот так вот, только вот так вот, вот они не будут мешать, 8 метров будет разгонка, уже посчитал. Теперь по поводу разгонки, я продумал, она будет состоять из трех частей. Первое, это я вкопаю фундамент, это будет двухметровые, трехметровые столбы, такие бревна, я их вкопаю на 1 метр в землю, скреплю и к ним уже приставлю такие бруски. Вот типа вот, вот так вот будет столбик стоять, допустим, вот уже вкопанный такой грубый. Я их соединю, скреплю. И к этому столбику еще одну доску, вот эту здоровую, ставлю сюда и прикрепляю к этому. И к этой же доске, которую я прикрепил к этой, будет еще 5-метровая сверху. Я ее закреплю, короче, из трех частей. Первый здоровый фундамент, это все будет держать на огромных таких столбах. Потому что та доска, которая у меня есть, она тонковата будет, сгниет быстро, еще эта разгонка нахрен полетит. Потому что 8 метров нагрузка, это все надо учесть. Поэтому из трех частей будет. И последнюю часть я скреплю. И все это дело христами. Думаю, будет все держаться. Работы куча. Эти столбы надо будет принести с леса. Тяжелые. Я хочу, наверное, из граба взять. Такое плотное дерево. Оно долго будет держаться. Лучше всего будет. Так что мне придется еще сгонять в лес, притащить эти столбы, где-то срезать. Ну, сухие. Я живые не хочу резать. Я даже у себя здесь не режу. Типа, я против срубов деревьев. Короче, сухие найти граб по 2-3 метра и сюда притащить. Выкопать здесь ямки. И, блин, как назло, попало в таких местах, где я не знаю, как я буду копать. Здесь вот я срубал куст, он будет мешать мне здесь. Там, походу, корни будет тяжело. Но здесь вроде этот столбик, ямка нормально выкопается. Здесь, опять же, будет тяжело, потому что здесь вот этот пенек. Корни, там вообще не знаю, как я буду возле дерева яму выкапывать метровую. Просто, не знаю, это будет очень сложно. Ну и потом вот это мы все срубаем. Так, напоминает мне это кое-что. Начинаю все размечать, чертить, как в начале постройки трамплина. Вроде бы все так смешно кажется, и что ты типа строишь? Ну, а результат, я думаю, удивит. Так, сейчас берем колышки, заменяем. Нормально, надо разметку сделать ровненько, потому что это я так просто предварительно для глаза кину. И обмотаем ниткой, все начертим, так чтобы было все ровненько. И начинаем тогда уже выкапывать ямки.
Да, разгонку вообще не видно. Вот эти вот, как я и говорил, кусты надо будет защищать. Вот по вот эту веточку будет 8 метров ровно. До самого низа. Вот уже разметку сделал. И здесь видно. Сейчас я ее чуть выровню, подправлю, так, чтобы было ровно. Потому что идеально вот отсюда ровно не надо делать, потому что будет мешать дерево. Надо чуть под углом. Короче, как всегда, по Хмельницке немножко трансфером. Иначе просто не пройдет руль здесь. Поэтому сейчас вымеряю. Хочу еще посмотреть, может, можно будет каким-то образом хоть немного вот этот квадратик сюда сместить. Хоть чуть-чуть. Может, его вот так вот и сюда вот. Так, чтобы все меньше было между деревьями. Потому что чем дальше разгонка, тем ближе к деревьям, ну, выше. Оно тут сужается. Оно идет вверх и сужается. Поэтому чем ближе, тем лучше. Больше места будет так, чтобы проезжать. Блин, пришлось немного поиграться. Выставить так, как здесь будет все. Вот так будет натянуты нитки, то есть вот так будет разгонка. И также я поставил здесь на будущее. Оно вообще ровно вот так будет, если разгоняться, по идее. Но так как у нас деревья, то у нас будет чуть вот такой вот скос небольшой. И валет чуть сюда подвинется, так что будет нормально. И на будущее, если вот буду пилять эту ветку, то вот ставлю здесь столбики, так чтобы еще будет, можно будет все выровнять. Тут немного, тут 50 сантиметров. Так что сделал так, чтобы все даже на будущее можно было сделать. Поэтому сейчас выкапываем ямки. 4 штуки. Пробую первую здесь, возле дерева. Не знаю, ли я смогу здесь скопать. Потому что здесь будут большие корни. Ну, будем пробовать. Там будет видно. Если здесь выкапываю, значит выкапываю здесь. Потому что если здесь не получится, придется смещать чуть-чуть. То есть постулюсь сюда. Короче, один гемор из-за вот этих вот двух деревьев. Короче. Поэтому приходится вот так вот играться. Каждый сантиметр бороться с ним. Погнали. Очень хорошо иметь две лопаты. Вот такая американка, чтобы доставать землю. Потому что она маленькая, короткая. Удобно очень выгребать вот так. И вот такая фискарс долбать вниз твердую землю. Потому что здесь, конечно, можно было бы сделать по-другому. Взять бур такой. Есть специально, я себе дроп на дробку так вставлял. Выкапывал ямки для этих, для столбиков. По метру очень быстро, классно. Но здесь корни, такая твердая земля. Я думаю, вряд ли буром получится. Поэтому копаем вручную. Тоже неплохо, но сложнее чуть. Я думаю, бур тут хрен возьмет. Такая земля спрессованная, с корнями. Вот тут немножко попался большой корень. Я вот возле него начинаю копать. Небольшое смещение, отклонение по курсу. Сантиметров 10, наверное. Думаю, не страшно. Главное, чтобы была ямка. Это меня уже радует, то, что она хоть чуть-чуть копается. Потому что ну, пока еще могу доставать этой. А если уже глубже будет, я уже штыкового не смогу. Вот это очень удобно доставать. Хоп, и все. Так, 4 ямки надо сделать. Время отнимает. Вроде что-то тут работы, то да, 4 ямки выкопать. На весь день работы. Пол восьмого. Я где-то начал копать эти 4 ямы в 3 часа. Сейчас пол восьмого. Только закончил. Уставший капец. Ну и еще до этого несколько часов стоял тут, вымерял, как бы лучше поставить, разместить соотношение этим деревьям, так чтобы все было ровно, круто, и на будущее они лоханутся. В общем, дырочки, отверстия, как бы сказал, трудовик готовы. Вот такие вот штуки у нас по 1 метру в глубину. Вот здесь вкопал я, и вот тут вот такая вот хорошая у нас. Все по метру. Трамплин, сама площадка будет 2 на 3 метра, то бы несколько райдеров могло быть наверху. И плюс она настолько здоровая, высокая, и если была бы маленькая площадь, чуть страшновато было бы стоять. А так, когда большая площадь, не так стрёмно находиться наверху, потому что 8 метров. Дофига.
В общем, все, веревки натянуты здесь. Я уже все вымерил, как оно будет. Осталось принести с леса столбы. Вкапываем столбы, соединяем те доски, те брусья, которые я купил, и начинаем возводить вот эту Вавилонскую башню, короче. Только еще надо принести с леса, найти этот граб, короче, полазить. В общем, времени очень мало. Жаль, что всего лишь один день получается в неделю работать. Так бы было бы оно, конечно же, все быстрее, но... Майму шумайму, как сказал Костя, президент, известный и нас. Поэтому такие вот дела. На сегодня все. Уставший капец. Ничего уже не хочу. Хотя вроде херню сделал. Еще это все убирать, эти все. Весь этот мусор, это, блин, просто там копать, тут надо тоже копать. Короче, куча работы еще.